Как пояснил пострадавший, все произошло на пешеходном переходе. Пенсионер пробирался на другую сторону дороги, соблюдая правила. И, как и многие законопослушные пешеходы, надеялся на то, что водители его пропустят. Я иду, он мне поэтому почти по ногам едет. Я его просто по капоту, он выходит сбитый. О, пожалуйста, битый, мне свидетели куча. Возможно, старик и понервничал, но закончился такой переход для него плачевно. Ужаснувшись такой картине, прохожие водители сурово вмешались и прекратили избиение. Окружающие граждане, которые увидели данную ситуацию, поспешили на помощь пенсионеру и задержали данного водителя. Задержанный сообщил полицейским, что биту применил в ответ на удар пенсионера, но старик стукнул по капоту машины, а сам-то водитель лупил уже по голове престарелого пешехода, да еще битой. О какой адекватной реакции тут можно говорить? Да и надо ли что-то пояснять? Жестокость в обществе, похоже, прочно воцарилась, а наши дороги стали территорией особой агрессии. Установился, вышел из машины. Ну, с палкой внутри, в руках. Ну, потом я не помню. Как не помню? Ну, как, потом я ему ударил его, и все, я потом... Ты ударил его чем? Палкой. Сейчас полиция проводит проверку, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.